есть своя статистика. Вот у каждого, знаете, это мне кажется, одна из тема, статистика. И когда я это осознал, у меня прямо что мурашки по телу побежали. Какая бы статистика у вас ни была, а она есть у каждого, вы понимаете? Плохая либо хорошая, но она же есть. Это говорит только об одном. Каждый из вас обречен на успех. При одном условии, если вы отработаете свою статистику. В этом бизнесе больше ничего нет. Даже если у вас есть 1001, это тоже статистика. Вот представьте, вы нашли первое время подборено. Один человек. Хотя человек, который пригласил женщину на лансфакт, это живет, да? Саша. Женщина, которая на лансфакт живет. Сейчас не знаю, да? А вот, ну это там отдельная история, спросите у Саши, он расскажет. Вот что получилось, когда дал информацию. Допустим, вторую там Наташа Батрыну, там две или чем-то. Три ветки, три человека. Как вы думаете, вам нужно все это будет работать? Нет. Ну и же нашли. Нашли. Они же какие-то волшебные все, у них крылья затянули. Да. Это сейчас не станет. Да. Да. А пришли такие люди. У меня есть видео, я его храню на золотом мастере, когда буду получать, в пробусе. Я хочу показать, как я пришел в дом. У меня есть видео, когда я стою с книжкой опыта принимателя, что там был, не помню, что да, вот фактически это дом. И вы увидите меня, и вы скажете, да не может быть, да она. Это не может. Это как? Это вообще два разных человека. Но они меняются. Было бы желание. Поэтому четко поймите одну простую вещь. Что я призываю вас сделать? Возьмите дома, я уже об этом говорил, с вас буду первый говорить, и сделайте тетрадку на молодец себе. Сделайте ее, и пускай у вас будет на 500 человек, на 500 человек. Так, где там будет? Один 500. Проведем первую встречу. Вторая встреча не считается. Это вторая встреча. Первая встреча с новым человеком. Поставили плюс. Провели еще встречу, поставили два. Сразу предупреждаю. Статистика причислена. Первый 100, ваш пошел сразу. Вторые 100. Послушали. Потом пошли. Третий. Послушаешь, купят, потом пошли. Четвертая сотня. Послушаешь, купят и будут потребители. И только на пятой сотне те, кто послушает, станут дистрибьюторами. Вопрос. Почему на пятой сотне? Правильно. Потому что у вас стержень вырабатывается, у вас опыт приходит, и статистика у вас намного круче. Вот если вы готовы в этот эпизод пройти, я могу дать гарантию. У вас будет вот здесь по итогу 3-5 партнеров, дистрибьюторов, с которыми вы выйдете на форум. Вопрос теперь вам. Сколько вам нужно времени, чтобы провести 500 встреч? Ну, если одну в день, полтора года. Правильно? А если две в день? А если три? То есть, по сути, вот можно найти 3-5 золотых платиновых мастеров, в своей структуре они потом я не стал, значит, об этом дальше не знаю. За 6-1 год, 6 месяцев. При этом история, если просто статистику отработать. Когда я это осознал, я просто понял, что я обречен на успех, и по-другому быть не может. И сразу, знаете, как-то все опустилось, стало легко, комфортно, я просто тупо стал делать работу. Потом мне говорят, что ты делаешь, я говорю, ребят, звоню, сижу в ресторане, общаюсь каждый божий день. И все это объясняю. Не в ресторане, бывает кафе. Вот все, что я делаю, каждый божий день я из ресторана в ресторан переезжаю, сижу, общаюсь, переезжаю туда, общаюсь в разных странах и городах. Уже вот, слава богу, 10 лет. Я только ничем не занимаюсь, это вся моя работа. Я просто даю им информацию. Я объясняю простую вещь, что, услышьте меня, можно сажать картошку, а можно сажать сахар. В чем разница? Картошку можно посадить быстро и сажать быстро. Да? Большинство людей в этом зале так и поступают. Вы сажаете картошку и собираете, потому что это быстро. Нужно быстрые деньги, с ними прокормить, я вас понимаю. Люди богатые, всегда ищут темы, вечные. И не сажают картошку, не сажают сады. Как вы думаете, за первый год дерево, сложенное вами, оно даст урожай? Нет. А через 2-4 года? Даст. У меня мама есть сад, которому уже лет 30. За ним-то не ухаживает, но урожай столько урожая дает.
что мы его раздаем, мы кидаем, я не знаю, кто говорит, дружит, я так и так далее. Понимаете? Почему? Потому что когда-то кто-то наш дом посадил сад. Вот сейчас и вы каждый раз, когда садитесь подрабатывать, вы просто сажаете сады. И пройдет 3-4-5 лет, и у вас будет урожай, это будет ваш красивый доход. Так поступают только богатые люди. Люди бедные, ищут короткие, быстрые деньги, берут из компании в компанию, сажают на кошку, выкапывают. Сколько бы вы ни собрали, война не закончится. И пункт последний, 10-й, самый важный, который нужно задавать себе, сколько со мной на форуме будет людей. Либо на весенней волне, как трамплин. От этого зависит тоже весь успех. Скажите, пожалуйста, вот если вот эти 2 дня сейчас взять и вам это рассказать, вот вас там не было, это возможно было бы, это все передать? Нет, вот при полном условии. Одно событие сокращает ваш успех на полгода. Пропустили вы события, полгода прибавили к своей жизни. Пропустили события, полгода прибавили. Потому что вот здесь происходит синергия. Здесь есть больше 100 человек, как в едином потоке, которые думают, мечтают, что хотят, понимаете? И здесь вы, ну давайте проще объясним. Представьте, что вы банка. В этой банке есть соленые огурцы. Вот они, на первом ряду, огурцы соленые. И вы с Нижнего Ворецка пришли. И мы вас сюда, в эту банку, засунули. Что происходит с огурцом через 2 дня? Засолился. А вот что происходит в событии. Если вы сидите дома, с вами это не происходит. Вы можете книжки читать, смотреть видео, но этого не происходит. Поэтому... А на банкете еще быстрее. На банкете, конечно. Там лучшие огурцы из огурцов. Там просто банки едят. Там такие огурцы, эстрагонские огурцы. Эстрагонцы называются. Вот, да. Поэтому я просто вас призываю к одному. Давайте делаем так. Давайте вот на пункте там, 10 человек, 80 долларов. Здесь больше 100 человек. Ну, пускай 100 человек зарядится, если каждый раз по 10 человек привезет, это реально 1000 человек, только приедет сюда события. Это реально возможно. 8 месяцев за форум, это 10 человек легко сделали. Мало того, что сейчас за 31 число зарегистрируется, поедет туда бесплатно. Вы знаете, да, что на эти деньги вы получаете продукт. Бесплатно, 31 числа, кто это делает, вам возвращается продукт. Мало того, 10 человек привезли, вам просто 20 заплатили. Такого еще не было. Поэтому давайте договоримся с вами, чтобы мы сидели с вами и вспоминали вот это событие, чтобы это было ключевой точкой вашей, как моей, да, так? А еще лучше, чтобы вы стояли на сцене и сказали, вот когда ты там была, услышала, помните, когда у меня случилось с видеомастером. Я вам искренне желаю. Будьте здоровы, будьте счастливы. Спасибо!